Вот она. Ай да, сука. Друзья. Вот она. Взял я ее. Короче, наверное, минут через 5 после того, как я зацепился. Друзья. Взял. Вот она, щучка. Третья уже у нас есть. На блесну. Видите? Классно, блесенка мне помогла. В таких ситуациях нужно вот, блядь, думать, как правильно со щуками работать. Вот. Так что, это у нас удачно. Помогла нам блесна. Сегодня эта щучина самая большая. Вот она уже третья. Вот возле этой же травы. Вот такие лайки ставим, друзья. Сейчас. Такие вот лайкосы ставим. Самую лучшую штуку сыграла. Сейчас я туда буксану. Вот такие лайкосы ставим. Подписываемся на канал. Остаемся со мной. Короче, продолжаем меня наблюдать. Ну, короче, вот. Меня не видно на ютубе, потому что у меня видосы не редактируются. У меня их уже, блядь, я штук 600, наверное, снимал. Гружу там, короче, ну, такие вот видосики. Про рыбалку, про охоту, про все там, про все. Короче, и вот это сегодня я постараюсь выкинуть. Вот она. Пошла утка и пошла.